это трупы. Ой, это трупы. Давай постановим. В этих надо ловить. Одной из трасс спровоцировал массовое ДТП. Поначалу автомобилисты еще более-менее справлялись с ездой по скользкому покрытию. Однако затем в дело вмешались несколько лихачей. Один выскочил на обочину, несколько других врезались прямиком в скопление машин. Ну а жирную точку поставила огромная фура, которая взяла скопление легковушек на таран и выглядела словно шар для боулинга, сбивающий кегли. Сколько человек пострадали, можно только гадать. Автор ролика такой информацией не владеет. Все бы было проще, был бы я сейчас живой. Thank you.
что мне телефон, скорее всего. Что там, какие изменения? Ну, все. Это кто кого? Фура. На встречку выехал, что ли, или что? Да. Ищу тебя, и мне хочется жить. Мы не часть кода единицы нулей. Мы не можем друг друга стереть и забыть. У них есть желание помочь пристроить пацана где-то в Москве. Да. Вроде как и дочь будет пристроена, и карьеру они у него сама. А так говорят, ну что, вот он в гарнизоне, кем он этот гарнизон приедет, если они дома ему щи варить. Потому что только училась вот такие грамотные дамы, там работы всякие пишут. Ребята, правее, правее берем их. Америка с горы. Твою мать! Ебаный в рот! Ребята, ты... Ребята, тормоза отказали у машины, блядь. Уйдите вправо, на обочину, а? Камера видеорегистратора. Большегрузная фура, потеряв управление, сначала смела с дороги две машины, затем протаранила еще четыре. Начался пожар. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли, трое доставлены в больницу. По предварительной версии, причиной аварии могла стать неисправность тормозов у грузовика. За несколько мгновений до столкновения водитель пытался по рации предупредить других о неисправности.
курва, ты стену сидит, блядь, это фура, я даю. Он лет маленькую очень дрочку делает. В смысле, по амплитуде маленькую, да? Да, а да. По чистоте? По чистоте часто-часто. Опа, видишь? Есть. Я же говорю, вот это самое опасное. Сейчас, подожди, да. Мы выйдем. Я ручку найду. Твоя мать!